А у нас денежные власти – это просто лучшие ученики валютного фонда. Понимаете? Причем им же денег за это не платят, они просто так думают, потому что их гладят по головке. Своей системы взглядов у них нет, нет своего системного мышления. Раньше эти люди свято верили в догматы марксистской политэкономии, теперь они свято верят вашингтонскому консенсусу. Абсурд. Страна, которая занимает или пытается занять особое место в геополитике, страна, которая имеет серьезные политические взгляды и претензии на развитие ситуации, в экономике занимает какую-то, простите, импотентную позицию. Юр, ну это тот абсурд, в котором мы живем уже много лет, и этому абсурду радуются очень многие бенефициары этой политики, которую мы многократно называли. Это, во-первых, это валютные спекулянты. Во-вторых, это офшорный олигархат, которому эта политика выгодна. А в-третьих, это крупные государственные банки, которые могут сегодня, пользуясь дороговизной денег, диктовать свои интересы. То есть это как ветвь власти. И отбирать реально все, что угодно в экономике под себя лично, да, пользуясь государственными деньгами и завышенными процентами, просто отбирать имущество.